Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня у меня будет дуэль против самого настоящего разработчика. Вот этот парень, у которого есть Керамбит Голд, все самые крутые скины, это самый настоящий разработчик. Если думаете, что это кликбейт, базара ноль, внимательно посмотрите на вот это. Посмотрите на его ID, и вы все сами поймете. К вашему вниманию представляю новый крупнейший проект GG Standoff. Тут самые лучшие кейсы и самые выгодные цены. Даже если у вас нет денег, вы можете крутануть бесплатный барабан. Все это совершенно бесплатно, и нам выпадает бесплатный кейс. И специально для моих подписчиков я попросил еще один бесплатный барабан, то есть совершенно бесплатно. Вот и секретный код, вот такой вот. И открываем еще один бесплатный барабан, и нам выпадает... Два предмета в контракты! Отлично! По промокоду KEN25 вы получаете 25% пополнения. Все нужные ссылки в описании. Давайте посмотрим даже профиль! Ребятки, вот, посмотрите. Блин, ну я просто не верю своим глазам. Мне сам написал разработчик и предложил снять дуэль. Это не видеомонтаж, это не фотошоп. Вот, ребятки, смотрите, это самый настоящий разраб. И прямо сегодня у меня будет дуэль против него, и мне капец как страшно. Мне нужна ваша поддержка, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну а я начинаю! Ох! Да ну нафиг, вот это да, прострелом с первого раза, я просто в шоке, вот это понимаю, вот это, ребят, называется пошла жара в хату. Если вы, ребятки, поставите лайк и подпишитесь на мой канал, то я вам много-много всего расскажу. Давайте я вам расскажу, как же я познакомился с этим разработчиком. Я думаю, его имя лучше не говорить, потому что, ну, вдруг это секрет, я думаю, это будет не очень красиво с моей стороны. Давай на нож. Посадил меня на Керамбит Голд, ну вот как не стыдно, ну вот негодяй, ну вот нельзя ж кентуху садить на Керамбит Голд, ну вот, ребята, ну просто хэштег нельзя так. Короче, рассказываю, как же я с ним познакомился. Я сижу в 3 часа ночи в ВК, и тут мне пишет человек, и пишет: кентух, привет, я разработчик. Я такой: да ну нахрен. Я такой: да не может быть. Смотрю, он мне кидает скрин, реально разраб. Я подумал, что это фотошоп. Приглашаю его в лобби и смотрю, что действительно это разраб. Я говорю: братанчик, завтра снимаем дуэль. Ну, правда, это он предложил дуэль, я говорю: завтра снимаем. Договорились, и прямо сейчас вы все это видите. Поехали, поехали, поехали. Блин, ребят, я, наверное, капец как шагаю. И, скорее всего, мне надерут задницу, но я буду драться как настоящий воин. Так, слушайте, он хотя бы правила знает. Играем же боёмко, я вроде писал, ну мало ли, мало ли. Хрен его знает, прикиньте, чем через мид пойдет. Не, на миду его точно нету. Блин, а он-то тут, вижу, вижу, вижу. Ё-моё, это жопа. Это полная попа. Куда он пропал? А, вот, вижу, 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 вижу. Тише. Фух, еле кое-как убил. Я уже думал, все, ГГВП. Уху. Также я спросил этого человека, чем он занимается и какие его обязанности. Он мне сказал, что это секрет, ну и, к большому сожалению, он мне это сказать не может. Но, тем не менее, если вы, ребятки, наберете много-много лайков, то я постараюсь все-таки хоть что-то у него спросить или еще раз сыграть с ним. Я думаю, было бы прикольно. Так, так! Да ну нахрен, ребят, посмотрите на вот это ID. ID Developer, блин! 2-2, камон! А он мне еще писал: Кент, я плохо играю, я вообще не умею играть. Да я вижу, не умеешь играть. Ни хрена себе, как нуба Галимова разносишь. Так, ребят, еще 2-2. Я скажу так, самое главное не пушить, потому что это моя основная ошибка. Так, а ну-ка, может он тут? Пожалуйста. Блин, или Тёмка? Ё-моё, прям в меня гранату попал. Нифига себе, разработчик-снайпер. Так, пацаны, осторожненько, аккуратненько, мать моя женщина. Ну нахрен. Так. Да, да! Как же мне повезло, вы просто не представляете, ребятки, у меня осталось 28 хп. Я уже думал, все, ГГВП, но нет, тащим, 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 тащим. Короче, давайте так, я предлагаю сейчас его один раз запушить, потому что опять будут писать в комментариях, что Кент, ты пока, ты голимая крыса. Окей, окей, ща я его пушану, он прям офигеет от жизни. Ну я же предупреждал, что он офигеет от жизни. Просто... Одна обойма, один труп, и Кент АПК победил. Ништяк, счет 4-2. Блин, ребят, вот обожаю играть такие дуэли, когда я выигрываю. Ну а лично от себя хотел бы передать разработчику большой респект. Спасибо, что он согласился поиграть со мной на запись. Реально, для меня это тоже круто. Я думаю, разработчики тоже круто поиграть против ютубера. И мне круто поиграть. Ну, короче, все в плюсе. Так, он тут, да? Не, не тут. Или тут? Нам жопа! Оу, oh, е! Yeah.
Слушай, ну ты начинал играть очень хорошо. А что у него за скины? Давайте посмотрим. Скины, блин, успел подобрать только ТГ-9. Статрек! Я просто в шоке. Откуда у него такие дорогие скины? Так, давайте обойдем через Семочку и сделаем большой-большой неждан. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Не, ни хрена. Лонг? Не, ни хрена, слушай, а где он? Неужто меня через Семку обходит? Да, через Семку! Ну вот как не стыдно, убил меня со статрек АКР Трэшер Хантер. Некрасиво, слушай, я смотрю, у него инвентарь даже дороже, чем у меня, прикиньте. Инвентарь у разраба дороже, чем у меня, блин, офигеть не встать. Я-то думал, что у меня самый дорогой инвентарь, но походу хрен там. Ну что же, счет 5-3, и я скажу так, меня это, ну, немножко не радует. Я думал, что я выиграю вообще его по полной программе, потому что он мне писал, что он луп и плохо играет. Лонг, да, тут малышка. Ну, не малышка, а разработчик уважаемый. Так. Да ну нахрен, вот это я понимаю, братан, ну ты пытался, ты даже почти кента убил, но, увы, ах, сегодня не твой день. 6-3. Короче, я предлагаю так, давайте в этом раунде я себе куплю дробовик. Ну, а почему бы и нет? Давайте попробуем поиграть с дробаша, потому что дробаша мне более-менее везет. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Вижу, лонг, спалился. Ну иди сюда! Один прогиб, и ты погиб, вот так вот. Вот так вот Кента пока разбирается с разработчиками, да, и я себе взял в руки самый настоящий АКР Трэшер Хантер разработчика. Вот это я понимаю! 3 килла всего лишь? И то меня. В смысле, а что это за рофл? Всего лишь 3 килла на АКР Трэшер Хантере? Да ну нафиг. Ха-ха, блин. Ну это будет очень прикольно. Так, ну что ж, продолжаем дальше нашу битву. Счет 7-3, и мне осталось сделать последнее убийство. Так, тихонько, Кент, не пищи, как девочка, Кент, мужик, за подписчиками двор, стреляй в упор! Египетская сила, у меня 9 хп, походу все плохо. Так, пацаны, 9 хп. Как же все плохо! Да, все очень плохо, счет 7-4. Пора показать разработчику, кто тут разработчик, а кто тут настоящая киберкотлета. Ну ладно, я не киберкотлета, но кто тут хороший игрок, вот так, а то хотел сказать про игрок, но думаю опять захейтят. А ну-ка, вижу. Попал, ранил. Сейчас пистолет добью, смотрите. Я ранил. И просто 2 попадания. И, к сожалению, наш уважаемый Гениатов. Того. Но все равно большое спасибо, что согласился выйти со мной на дуэль. Давайте, ребятки, все поблагодарим разработчика, и я вас прошу, не надо ему писать в ЛС. Я вас умоляю, не пишите ему в ЛС, окей? Вам большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент Аптека, всем удачи и всем пока!